Новый год в России не обошелся без курьезных происшествий. Так, в Южно-Сахалинске традиционная елочка «Гори», видимо, восприняли слишком буквально. Из-за петарды вспыхнул символ праздника на главной площади города. Местные власти уже пообещали сегодня же установить новую елку. А во Владивостоке также предварительно из-за фейерверка без света остался целый район. Пневмохлопушка повредила высоковольтную линию, в результате отключились 3 подстанции. Подачу электроэнергии оперативно восстановили. В целом же, как сообщили в МЧС, новогодняя ночь в России прошла без серьезных происшествий, но попросили быть осторожнее с пиротехникой.